столице Коми стартовал прием заявок на конкурс этносоциальных проектов «Этноинициатива-2019». Это проект Министерства национальной политики Коми. Принять в нем участие могут государственные и муниципальные учреждения, действующие в республике, а также социально ориентированные некоммерческие организации, за исключением национально-культурных автономий и общественных движений. Принимаются к рассмотрению проекты, этносоциальные проекты, направленные на формирование культуры межнационального общения, гармонизацию межнациональных отношений. Ну и, так скажем, новый вектор, который появился в свете изменения законодательства, произошедшего в декабре прошлого года, согласно указу президента Российской Федерации, это формирование общероссийской гражданской идентичности. Конкурс проводится с 2005 года, изначально был нацелен на поддержку проектов национальной политики. Выпускались мультимедийные интернет-проекты, а также ролики. Новый конкурс направлен на молодежь. Грантовую поддержку окажут 8-9 проектам. Они должны быть реализованы до 10 декабря 2019 года на условиях софинансирования.